Любовь Христа нам не понять, не объяснить, не описать, за что Он возлюбил нас, грешных всех людей. Отрекся Петр, Он простил, а Вартимею глаза открыл, и прокаженных в новой жизни возвратил. Я хочу всем рассказать о великой той любви, что дарует благодать и прощает всем грехи. Как зашла она на крест, грехи людей взяв на себя, ту любовь зовут Христос, Он умер за тебя и за меня. Любовь Христа нам не понять, не объяснить, не описать, за что Он возлюбил нас, грешных всех людей. Отрекся Петр, Он простил, а Вартимею глаза открыл, и прокаженных к новой жизни возвратил. Я хочу всем рассказать, кто с измученной душой, обратись к Нему в мольбе, у Христа найдешь покой. Посмотри, мой милый друг, ведь Он любит так тебя, что пошел страдать на крест, нас погибших в этом мире возлюбя. Любовь Христа нам не понять, не объяснить, не описать, за что Он возлюбил нас, грешных всех людей. Грехи Он блуднице простил, вдове Он сына воскресил, и приходящих всех к Нему благословил. Нам любовь, друзья Христа, мудрым миром не понять, и не хватит в мире книг, чтобы ее всю описать. Просто сердце ты открой, и вольется благодать. Будешь счастлив ты тогда, когда сможешь Богу сердце ты отдать. Любовь Христа нам не понять, не объяснить, не описать, за что Он возлюбил нас, грешных всех людей. Отрекся Петр, Он простил, а Вартимею глаза открыл, и прокаженных к новой жизни возвратил. Грехи Он блуднице простил, вдове Он сына воскресил, и приходящих всех к Нему благословил. И приходящих всех к Нему благословил. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь.